Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очередное видео по кассетам с Авито по 20 рублей. Мне как опытному покупателю всегда супер скидки. Так, вот пока не забыл, вот тут даже не по 20 рублей, вот такие пластиночки. Кто помнит, что это такое? Гибкие пластинки, гибкий винил. Это будет отдельно. Вот эта штукенция, чуть не самописная. Была у нас такая будочка звукозаписи там. Это был где-то 87-88 год. На кассеты писали, или вот на такие вот гибкие эти пластинки. Как они писали, не знаю. Вроде как тут присутствует. По-моему, вот такие вот. О, какие-то тут интересные. Вот она, видите, без опознавательных знаков. Вот еще такая. Ничего нету, никакой. Так, остальные, по-моему, все из каких-то журналов. И красные есть, и черные. И даже вот такие, вот тоже самописка, по-моему. Мне хотелось бы глянуть на аппаратуру, на чем они это писали. Чувствую звук жести. Так, ну ладно, это будет отдельно. Мы не скоро, пока соответствующее оборудование приобретем. Так. Тут в общей сложности всех больше 50 штук. Так, ну вот такая кучка. Никакой коллекционной ценности она не имеет. Кроме, вот, скорее всего, детских. Мои любимые песни. Что тут у нас? Сейчас мы глазки открываем. Так. Антошка, два веселых друга почему-то, они гуси. Рыжий-рыжий конопатый. В траве сидел кузнечик. Чунга-чанга. В общем, из мультиков советских. Будет отдельный обзор по детским песням. Кучка вот уже копится. Вот. Вон там в уголушке. Так. Ну, а тут какая-то Сонька. 20 рублей. Говорят, это не Сонька. Нормальное качество, хорошо угол. Так. Наташа Королева это вообще. Никакой коллекционной ценности. 98 год. Послушаем. Коробочка, вот только из-за коробочки. Лицей. Так, вот это легендарный пример фото МК-67. Ну, по-моему, это вот данная кассета. Ужасного состояния. 4 рубля тут. Ну, внешний вид ничего. Но это, по-моему, не все-таки не она. Не 60.7. Ладно, посмотрим. Так, что тут? Казанский завод чего-то. Вот то же самое. Ух ты, Уитни Хьюстон. Неужели? Да иди ты. Переписан, наверное. Или коробочка, или этикетка не соответствует. Сейчас послушаем. Сейчас мы свой грюндик заведем. Так, это, кстати, не грюндик, а более, так сказать, продвинутая техника. Ощущение, о, Высоцкий, что ее устроила цена. Переписано. Так.
Так. Так, тут у нас Высоцкий. Это, значит, так переписали. Вот были времена. 5 рублей. Ирочная цена, 1986 год. Это вообще ужас. Летящий на крыльях ночи. Так мало того, что они 5 рублей заплатили за Хьюстон, так они потом и переписали. Это, так сказать, для поколения, кому 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 лет. Кто понимает, что это такое. Но само состояние кассеты удовлетворительное. Внешний вид хорош. Так, Петросян. Это вообще это чувак. Чёрненькая такая плёночка. На любителя, ну-ка. Ага, Петросян. Ну, ролик будет когда-нибудь. На этой стороне не очень понятно, что. Ладно. Так. Так, еще такая же. Точно такая же. 4 рубля. Вот это ГОСТ 73 год. Пленка разогнулась. Как она сказать, полумесяцем уже. Присутствует серийный номер. 0,5-89-02. Это мне ничего не говорит. Какая-то иностранщина. Ну, если это даже МК-60.7, достойное состояние. 20 рублей, представляете, у нас проезд в троллейбусе, автобусе 24-25 рублей. Так. Людмила Николаева, Золотая ярмарка. Это я не знаю, что такое. 99-й год. Никакой трекционной ценности не имеет. Этот трансвестит. Вообще. Ну, это, извиняюсь за высказывание, 2003 год. Вроде как нормальный человек. Нашел он свою нишу. О, Удас из Фантастиши, Ржавщенко. Какого-нибудь гаража. Послушаем на досуге, кому интересно. Так что свистит этот маленький другой. Так, студия «Союз» это вообще не интересно. Так, вот самое ужасное, в моей практике с кассетами, это вот, ух ты, извиняюсь, Paracon кассеты, точно такая же есть International. Если сейчас тут рыжая в пупырках пленка, то это она есть родимая. Это ужасное. Так, ну уже тут потери. Нет. Тут черное, не в пупырках. Ух ты, отхватил. Есть точно такая же надпись International. Вот та, по-моему, 90 или 60. Вот та ужаснейшая. Пленочка. Вот это. Угу, такой у меня точно нет. Ну, конечно, годы. Этой штуки примерно, я вам сейчас скажу, значит 21 здесь, примерно 10 там, 30 с лишним лет. Антикварная штука. Жаль, коробочка не от этого, не от нее. Так, да, так, Валерий Леонтьев, 2004 год такой, на любителя. Так, вот у нас Володя. Песня Высоцкого. Вот это антикварная штука.
Вот она. По-моему, из журнала, то ли работница, то ли крестьянка, скорее всего, работница. Я вам даже прямо скажу, 87-й год. Вот такая антикварная штукенция. Сейчас мы сверим с оригиналом, что там записано. Кстати, МК-61. Коробочка соответствует, смотрите-ка. О! Во, сохранилась. Ну, конечно, ее в аппаратуру пихать не надо. В избежание жертв. Она даже не стала работать. Так. Рэк нужен! Держи под уздцы! Попробуйте, отнимите! Да, это Высоцкий. Требует дальнейшего. Вот такая надпись. ББ с телека. Кто бы это знал, что это такое? А, Владимир Высоцкий с телека. Ух ты, антиквариат. Так, вот были времена. Смотрите сюда. Нашли журнал. Украли, вырезали. Обложку. Офигенная комплектация. Может быть, даже и телевизор. Ну, то, вот смотрите внимательно, там такая... Ох, даже вон пленка выехала. Давайте сейчас помотаю ее туда-сюда, чтобы она тут не моталась 30 лет точно. Значит, может, мотаться не будет. С трудом ворочается. Так, ладно. Так. Это Кристина Арбакайте, это вообще 2003 год, ни о чем. Краулки для души, вот эта тема. Ух ты, красные катушечки. Все, Высоцкий завис. Давайте-ка на этом, на этой половинке мотнем. Что-то у меня все нахер. Импортная техника не хочет мотать советские кассеты. Вот. Видите, что? Придется нам доставать старую добрую электронику, чтобы перемотать. Так, ну ладно. Так, это у нас что такое? Где коробочка? Послушаем как-нибудь на досуге и вам покажем. Фиг там с монетизацией. Это у меня не цель. Хорошо отобрал. Так. Есть повреждение корпуса. Ну ладно, донора дофига. Разберемся. Так. Сейчас будем мотать на циркулярной пиле. Караоке застолье. Вот. Ну, конечно, для бутылочки тоже те песни нормальные. Цветет калина, мороз, мороз, крабейники. Офигенно. Только печень, боюсь, трещать будет. Так, ладно. Такая вот обложечка, две бубика. Вас издаст. Гитлер капут. Опять контакты. Может быть, и Советский Союз и делал, опять у этих Хьюстон. Это, по-моему, скорее всего, от той кассеты. МКшка. ГОСТ 73, цена 4 рубля. А вот и дата, кстати, есть. 12.86. Ну, как раз мне электронику купили примерно в то время. Так-с, ну-кась. Учиться мы в ответе Бог, почему-то враг, разве похожим. Что-то самописное, короче, с фильма. Вот и так приходилось, купишь за 4 рубля советских, это немыслимые бабки, 5 копеек троллейбус, столовый, заводской обед 62, потом 72 копейки. В общем, с собой надо рубль, это 4 дня не жрамши. Чтобы купить вот такую кассету,
а потом переписать. Так, вот такая штукенция. I love... Ух ты, у меня ж язык не уговаривается. Кассета в рубчик. 93-й год. Восход вечности. Какая музыка для медитации. Да. Медитация. Это не наша. Так сказать. Источник музыки. Так, а вот это у нас индийское чудо. Взял только из 95-й год. Центр Чаймор. Вот. Помните, как же он назывался? Аум Санрико. Сори. Аум Санрико, которое запрещено. Они там какую-то японское метро акцию сделали, кого-то травили. Вот это, на тему этого вот. По мозгам, которые долбит. Так. Взял только что вот из-за таких вот такого оформления. Слушать не буду, а то у вас мозги на бэкрине выскочат. Ни разум, ни форум просто существует. Это на китайская философия, это не для русской души. Так. 94-й год. Ну, примерно то же самое. Так, а это кто такой? Это вообще неизвестная порода. Мечтайте и наслаждайтесь. 95-й год. Нет. Хотя сама кассетка выглядит неплохо. Весьма. На болтиках, без всякой ржавчинки. Такое чудо. Для медитации тоже. Так, ну все, вроде показал. Вот мне в такую штуку хочется. Тут что-то напихано. Так и просится вот в эту кассету бобинки. Ставить. Скорее всего, так оно и будет. Но не скоро. Такая штукенция. Это из всего, что по 20 рублей. Это вот самая достойная, так сказать, заготовка. Так. Ну, вроде все. В общем, как-то так. Продолжение следует.